Добрый день. Мы приветствуем всех наших зрителей и слушателей. И сегодня у нас в эфире Наталья Крутунова со своей последней лекцией про скульптуру модернизма. И Наталья расскажет про братьев Наума Габоя и Антуана Фехнера. И я передаю слово Наталье. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как Ханс Арп, благодаря увлечению принципами природными и тому, как действует природа, пытался в своем творчестве это все использовать и применить. То есть мы говорили с вами про биоморфные формы, а сегодня мы поговорим на примере творчества Антуана Певзнера и Наума Габо о том, как наука постепенно вторгается в художественный мир в первой половине 20-го столетия. И перед вами в основном фотографии Наума Габо. Мы сначала поговорим о нем, потому что Антуан Певзнер, он уже под влиянием Наума довольно поздно пришел к созданию скульптур. Поэтому мы будем говорить в основном про Наума Габо. То есть это действительно братья. Фамилия у них была одинаковая. Певзнер, Антуан изначально это Натан Певзнер, Наум или Немия. Тоже Певзнер, и он взял себе псевдоним Габо позже, потому что у братьев совпадали инициалы, скажем так, оба из них были Н.Б. Певзнер. Один был Натан Беркович или Борисович Певзнер, второй был Наум Беркович или Борисович Певзнер, поэтому Наум взял себе позже этот псевдоним, и по свидетельству еще их одного брата младшего Алексея, Габо – это означает будущее, хотя вот подтверждений этому со стороны самого Наума обнаружено не было. Оба брата принадлежали довольно состоятельной еврейской семье. Антуан родился, Натан, в 1896 году в Орле, а Наум родился в местечке Климовичи под Могилевом в 1890. И уже где-то, когда Науму было 7 лет, переехала семья в Брянск, и в Брянске был у них свой металлургический завод. То есть семья была действительно состоятельная. Вот в привокзальной слободе Брянска этот завод находился на окраине города. И два старших брата у них еще было, которые работали, соответственно, на этом заводе, получив инженерное образование. То есть вот этот научно-технический прогресс присутствовал в жизни Наума с детства. И он изначально учился в Брянске в гимназии, и он вспоминал, что, в принципе, у него с детства была тяга к скульптуре, которая в какой-то момент прервалась, а потом возобновилась спустя много лет. Он вспоминал о том, что первой его скульптурной работой был профильное изображение отца, созданное им в 5 лет. То есть первые вообще скульптуры, которые он видел, это, соответственно, были медали или монеты с профильным изображением царя. И вот он решил отца также в профиль изобразить. Он понимал, что надо вылепить, нужна глина. Глину он не нашел, но он видел, как рабочие из глины делали кирпичи, поэтому он взял кирпичные крошки, смешал с водой, все это использовал в качестве материала, но довольно быстро у него его произведение высохло и разрушилось, из-за чего он неимоверно расстроился. И лет в 7 у него была попытка ваять, то есть он нашел какой-то большой валун у дороги, взял в сарае гвоздь, молоток, попытался, но там всего-то у него вышло несколько линий нанести на этот валун, и искусство ваяния было заброшено. И потом, когда мы будем с вами говорить о творчестве Габо, мы увидим, что он, конечно, будет работать уже абсолютно с новыми методами создания скульптуры. Это будет не ваяние и не лепка. Ваяние будет немного, но намного позже это все вернется к нему. И вот эти первые его скульптурные опыты были на какое-то время забыты. Он вообще увлекался поэзией, писал стихи, и из
Брянской гимназии его за одно из стихотворений в 14 лет выгнали. Ему пришлось уехать к брату в Томск для того, чтобы там немножко его подтянули по разным наукам, и он смог потом поступить в еще какое-нибудь учебное заведение. Ну а там студенческая жизнь, революционная, причем в основном все там были эти студенты, его окружающие революционерами, то есть он долго очень придерживался левых взглядов, и уже после революции 1905 года, после всех этих революционных настроений, он вернулся обратно в Брянск и там участвовал в тайном обществе, в нелегальном кружке, который помогал бороться с неграмотностью рабочих, и он даже был арестован, но из-за того, что отец его был человеком довольно известным, в городе его быстро освободили, и родители его отправили уже в Курск. И там он экстерном закончил, наконец, гимназию, когда ему было уже 20 лет. И в тот момент, когда он получал уже аттестат, у него спросили в гимназии, кем же вы хотите быть. И он неожиданно сам для себя сказал, что он хочет быть архитектором и учиться в Академии художеств в Петербурге. Он потом действительно сам пытался осознать, почему он так сказал. И мы с вами видим, что тяготение к архитектуре действительно у него проявится уже позже, уже в 20-е годы 20-го столетия. И в общем и целом родители решают, что хорошо бы ему уехать из России и учиться где-нибудь за рубежом. И хорошо бы, если бы он выучился на врача. И в итоге он уезжает в Мюнхен в 1910 году, учится в Мюнхенском университете, учится на протяжении 2 лет, вот он, Мюнхенский университет, но он постепенно понимает, что ему медицина не очень интересна, хотя ему всегда будет и в дальнейшем интересна биология, химия. В это время в Мюнхене он, например, еще посещает лекции знаменитого рентгена, изобретшего рентгеновские лучи. Известно, что в Германии он будет посещать и лекции Альберта Эйнштейна, да, то есть ему интересно все, что происходит в науке по многим параметрам, плюс еще он будет и философию изучать, и плюс ко всему он, уйдя из Мюнхенского университета, перейдет в высшую техническую школу Мюнхена, будет продолжать посещать, вот это он возле университета в Мюнхене, он будет продолжать посещать разные курсы, в том числе он будет еще и посещать историю искусства у знаменитого искусствоведа Вёльфлина. И с Вёльфлином у него даже возникнут такие довольно доверительные отношения. Вёльфлин ему посоветует отправиться в Италию изучать античное искусство. И Габо в каникулы в 1913 году отправляется в Италию без особых финансовых каких-то средств, и буквально пешком он всю Италию исходил для того, чтобы изучить это искусство, и еще в итоге он даже писал какие-то отчеты о своих впечатлениях Вёльфлину. То есть к искусству он тяготел, я думаю, вы тоже помните, что Мюнхен 10-х годов – это еще одна очень важная, помимо Парижа, художественная столица Европы, потому что там у Ашбе, Антона Ашбе учатся в художественной школе, его самые разные представители в будущем современного искусства, в том числе и Василий Кандинский, там же в Мюнхене Явленский, Марианна Веревкина. То есть все это люди, которые создают вот этот новый художественный круг, тяготеющий к искусству яркому, насыщенному, необычному, к искусству абстрактному. И, конечно, Габо это все знал, но он потом утверждал, вот эта техническая школа в Мюнхене, он потом утверждал, что с Кандинским он познакомился только уже позднее, в свой московский период, в около 20-го года. И вот перед вами как раз вот эта плеяда людей, живших и работавших тогда в Мюнхене, вот в том числе здесь и Пауль Клее есть, и Франц Марк, да, то есть те же мастера, которые будут причастны к «Синему всаднику» и так далее. То есть все это действительно в Мюнхене расцветет полным цветом, и, скорее всего, конечно, Габо мимо этого всего не прошел. В том числе брат его Антуан уже уедет к тому моменту в Париж. Антуан будет учиться изначально в Киеве в художественном училище, где учился Архипенко, потом он попробует продолжить художественное обучение в Академии художеств в Петербурге, но не сможет, потому что было ограничение для евреев на тот момент в обучении в
различных высших учебных заведениях. И в итоге Антуан решит, что надо бы себя попробовать в Европе и уедет в Париж. И, конечно, Наум будет периодически к нему приезжать, будет видеть, в принципе, все, что происходит и в Париже, хотя он в дальнейшем тоже будет говорить о том, что на него это особо не повлияло, и он развивался собственным путем. В том числе известно, что у Антуана был довольно близкий друг Александр Архипенко. И странно, что Габо не видел его работ. Габо будет потом утверждать, что Архипенко он никогда лично не знал. Но, конечно, он знал все, что происходит в это время и в Мюнхене, и в Париже. Все равно все эти визуальные впечатления, скорее всего, подтолкнули его в дальнейшем каким-то личным экспериментом. Вот просто вам как пример, да, живописные произведения тех мастеров, которые были у нас сейчас на фотографии, да, то есть это то, что делают художники, живущие в Мюнхене. И сам Габо занимается живописью с довольно раннего времени, возможно, под влиянием Антуана, который был художником изначально. И вот вы видите его живописные произведения, вот такие, наверное, символистского, скорее, еще толка. Это его автопортрет. Вот это Гамлет, вот такая своеобразная акварель. И вот здесь можно увидеть влияние такого художника, как Врубель, потому что от Врубеля Наум Габо был в полном восторге. С Врубелем, с работами Врубеля его познакомил Антуан, и как потом будет говорить сам Габо, на формирование визуального моего восприятия, на формирование визуального восприятия моего поколения Врубель по воздействию не уступал Сезанну. Да, то есть Врубель для него долгое время действительно будет такой фигурой номер один в искусстве. И еще одна вот эта пастель, созданная Наумом Габо. То есть он себя изначально пробует в живописи и в графике. Причем он говорит о том, что когда все равно они в Брянске все продолжали бывать время от времени, и когда еще Антуан учился вот в этом Киевском художественном училище, они с приятелем приезжали на каникулы и ходили на натурные этюды, и Наум с ними ходил, но он говорил о том, что ему это абсолютно неинтересно. И вот приведу его цитату. Он говорил о том, что рисовать то, что видишь, не может быть трудно. А вот рисовать что-нибудь из головы, чего не видишь глазами, а только воображая, вот это мне казалось действительно трудным. И воображение, да, вот эти вот какие-то фантазии, которые потом будут воплощены в жизнь, это будет такая основа творчества Габо. То есть не работа с какими-то натурными впечатлениями, а работа как раз с воплощением собственных каких-то фантазий и изобретений. То есть он продолжает учиться вот в этой технической школе Мюнхена, но в какой-то момент уже понимает, что, конечно, вот это инженерное дело, он продолжал учиться на инженера, ему не очень интересно. И он под конец уже понимает, что он все-таки хочет заниматься творчеством. И начинается Первая мировая война, он не доучивается в технической школе. И в итоге все братья Антуан, Наум, еще один их младший брат Алексей, они все оказываются в Норвегии, в Христиании, потому что это для них возможность избежать мобилизации. И родители их финансово как-то поддерживают, то есть у них есть возможность заниматься всем, чем им вообще заблагорассудится. И именно там Наум постепенно начинает погружаться в новый для себя формат, скажем так, творческий. Он начнет создавать скульптуры, но очень и очень необычным способом. Сам он это для себя назовет стереометрический метод. Вообще, конечно, все вот эти его изыскания в области науки, то, что он читал научные книги, то, что он ходил на лекции, то есть, в принципе, он изучал инженерное дело. Все это, конечно, сказалось в дальнейшем на его творчестве, вот, то есть на том, как он вообще будет мыслить и на том, как он будет создавать свои произведения. То есть вот этот стереометрический метод – это, в принципе, во многом метод, связанный с геометрическими построениями. И мы будем еще много сегодня об этом говорить, что
работы Габо будут вдохновлены геометрическими и математическими моделями, которые можно было увидеть в разных научно-естественных музеях того времени. То есть это на тот момент было очень популярно, какие-то математические идеи воплощать вот визуально. Да, то есть это были такие вспомогательные модели для обучения, но и Габо, и многие вообще мастера того времени, которые будут видеть эти модели, будут по музеям этим ходить, они посчитают, что это еще и красиво, что это эстетически выглядит привлекательно. И поэтому это все сыграет довольно большую роль в развитии новых форм в скульптуре первой половины 20-го столетия. Вот что начинает создавать Наум Габо. Вот это позднее воспроизведение, к сожалению, поскольку он в это время, ну, материалов не так много, и он экспериментирует, он работает сначала с картоном, а потом он работает с фанерой. То есть он берет картонные отдельные детали и начинает вот так очень необычно конструировать форму, которая у него словно открывается в пространство. Да? То есть это конструирование, но он в дальнейшем тоже будет говорить, что он к этому приходит как-то параллельно совсем, то есть это его собственные изыскания. И вот этот стереометрический метод, который по-новому работает с пространством, так будет объяснен Алексеем, младшим братом Наума, в его каких-то поздних текстах. Сейчас я вам зачитаю как раз цитату, там очень, на самом деле, необычное складывается такое впечатление, то есть, наверное, так и не догадаешься, откуда возникают эти идеи. Вот что пишет Алексей, в принципе, Габо это тоже потом подтверждал. Эти представления, я думаю, да, вот эти представления о пространстве особом, были навеяны ему глубинной природой норвежских фьордов. Он искал, как изобразить эту глубину в вещах нас окружающих, и нередко прибегал к эффектам, получающимся от применения методов обратной перспективы, так как это делали древние византийцы для изображения глубины и движения. Он много говорил со мной о значении линии в скульптуре и назначении ее не для изображения границ вещей, а для указания направления скрытых в вещах ритмов и сил. Пространство и время, бесконечность мироздания, беззвездный мир, окружающий нас – вот что всегда волновало его. Для воплощения всех этих идей в реальные формы Габо в зиму 15-16 года начал конструировать из цветного тонкого картона путем склеивания сочлененных плоскостей, и это были различные фигуративные небольшие модели и головки. Очень трудно было ему определить сразу необходимое очертание каждой плоскости, приходилось наращивать ее или урезать до необходимых габаритов, но в результате получилось нечто замечательное по выразительности и яркости. В его скульптурах появился рисунок, определялись направляющие линии, выявилась глубина, создалась возможность многократного увеличения каждой скульптуры до любых размеров путем увеличения каждой сочлененной плоскости при помощи планиметра. То есть вот эти ранние работы потом долгое время будут недоступны самому Науму, который будет там по разным странам, но не то чтобы путешествовать, будет жить в разных странах, и он потом вот эти свои ранние работы будет в более крепких материалах воспроизводить в более крупных масштабах. И вот это действительно фантастика, потому что человек, который, по сути, не имел, да, никакого вот художественного образования, имеет незаконченное инженерное, он приходит к пониманию того, как можно выстраивать вот такого рода образы. И многие будут говорить о том, что он изначально это себе представляет в голове, то есть это вот он потом эмпирическим путем воплощает в жизни. Вот недаром тут Алексей пишет о том, что ему было очень сложно, да, подгонять вот эти все формы, бесконечно их вырезать, но все-таки он приходил к вот этим очень необычным конструкциям. И сам Габо потом вспоминал, что, конечно, там были у них друзья в Норвегии, у них была своя мастерская, и вот друзья приходили в мастерскую, конечно, с недоумением смотрели на такие вещи, и просто ему из вежливости говорили, да, что это интересно,
ты нам объясни, что это значит, и почему ты считаешь, что это скульптура. И Габо потом, когда в 17 году он отправится уже в революционную Россию, он будет переживать, то есть он это все сложит опять вот в эти лекала, чтобы можно было свободно перевести, он все переживал. Вот как его сейчас на границе спросят, а что у вас там, и попробуй докажи, что это скульптура. Вот если в Норвегии уж друзья продвинутые не понимают вообще всего этого, как на меня отреагируют в России. Вот это одна из его самых знаменитых конструкций. Это конструктивная голова номер два. То есть вы видите, да, из чего все это выстраивается, как это действительно раскрывается в пространство. То есть мы еще будем с вами говорить о том, что и у Габо, и у Певзнера возникнут новые идеи о том, что в скульптуре нужно уходить от массы, от давления объема, а нужно работать именно с пространством и с векторными линиями, которые в этом пространстве существуют. Они об этом заявят в своем реалистическом манифесте, который я вам чуть позже зачитаю. То есть вы себе представляете, 15-16 год – это что-то, конечно, абсолютно радикальное, к чему действительно Габо приходит самостоятельно, вот эта вот голова конструктивная. Номер два в другом ракурсе. Нужно вам сказать, что такая любопытная случилась с этой работой история. Она останется в России, и она будет храниться у младшего брата Алексея. И только в 60-е годы, когда Наум уже будет в Америке, Алексей в сложенном виде ему это все привезет. И Габо даже не будет никому это показывать, и все это у него будет тайно храниться. Он даже возьмет обещание со своего ассистента, что после его смерти, пока жена его и дочь не умрут, нельзя это никому показывать, эту конструкцию, вот в таком разложенном виде. Хотя он сам реконструировал это уже в 60-е, и когда в галерее Тейт в 66-м году прошла его выставка, то... Даже вот такая прозвучала фраза со стороны одного из строителей, что вот эта конструктивная голова номер два, что Мадонна 20 века, да, то есть это абсолютно новый образ нового человека, да, человека новой формации, человека 20-го столетия, столетия, в котором научно-технический прогресс, конечно, изменил очень-очень много, и тоже, по-моему, я уже об этом ранее упоминала, что вот эти все формы, они, конечно, происходят из-за того, что не только вот у Габо, вообще о том, что и в скульптуре, и в целом в искусстве рубежа 19-20 века происходит, все это, конечно, происходит во многом из-за того, что меняется сам мир вокруг человека, новые скорости, новые техники, и художники говорят о том, что если меняется мир, почему мы его должны изображать все теми же старыми средствами, да? Как говорил Пикассо, какое время такое искусство. То есть надо двигаться дальше, надо искать новые формы, которые будут как-то вообще соответствовать всем тем изменениям, что происходит вокруг. И работа, которая уже чуть позже была создана, в 17-20 году, когда Габо приедет уже в Россию, то есть вот такие конструктивистские рельефы. То есть вы помните, мы смотрели с вами угловые рельефы Татлина, и вот здесь идея тоже такая присутствует, хотя опять же Габо, ну, был знаком с Татлином, но он потом будет говорить, что все это тоже у него происходило параллельно, да, то есть вот, как знаете, такие складные открытки есть, которые ты раскрываешь, и там возникает некая такая форма из плоскости объемная. Вот здесь такой же принцип, но в довольно большом масштабе им был воплощен. И как он сам говорил, да, что в 14-15 году я не знал художников, которые бы применяли чистые стереометрические принципы построения объема как художественный прием. Вольное использование сочлененных плоскостей, которые можно было бы встретить в то время в живописи кубистов или в контррельефах Татлина, далеки от применения четкой стереометрической системы для построения ограниченного и лимитированного объема, как в моих головах. Я считаю это значительным шагом вперед на пути развития пространственных структур. И я горжусь тем, что это было сделано мной. Это он напишет много лет спустя. И вот такие стереометрические конструкции он будет демонстрировать рядом со своими работами, чтобы показать разницу между скульптурой прошлого и скульптурой современной, то есть скульптурой, которую делает он. Да, то есть если раньше объем формировался и масса формировалась, вот просто такой куб, да, то Габо показывает, что можно убрать несколько стенок и направляющими линиями передать пространство, передать глубину, отказаться от массива, отказаться от веса, от вот этой вот конструкции
применимый к искусству еще давным-давно, да, то есть все это в скульптуре присутствовало многие тысячелетия, а Габо начинает работать абсолютно по-иному, и действительно вот эти два куба, как он тоже говорил, два куба иллюстрируют основное различие между двумя способами представления одного и того же объекта. Один соотносится с ваянием, то, что слева, а другой с построением, стереометрическим. Основные факторы их различия заключаются в разнице методов построения и различных центров интереса. Первый представляет слева объем массы, второй – пространство, в котором существование массы становится видимым. Объем массы и объем пространства в скульптурном отношении – разные вещи, а именно два разных материала. То есть вы видите, что на самом деле он очень много теоретизирует, он очень много у него будет разных статей потом еще написано, где он будет и про науку, и про искусство писать. Вообще вот эта тема будет популярна довольно в 20-е, в 30-е и далее, когда будут говорить о вот таком как бы взаимодействии науки и искусства. И мы с вами просто сейчас еще посмотрим несколько работ Пикассо, потому что некоторые некоторые искусствоведы и некоторые критики того времени говорили о том, ну а что ж такого тут в принципе сложного, это вообще после кубизма это естественно, что скульптор придет вот к такому стереометрическому построению, но мы с вами уже знаем, вот это работа кубистические Пикассо, но мы с вами знаем, что Габо считает, что все это на него не влияло, что он развивается самостоятельно. И кроме голов вот создаются еще вот такие торсы тоже из разных деталей, в основном это картон, либо это фанера. Очень мало чего сохранилось, то есть это все потом будет в основном воспроизведено заново. И в 17-м году на волне вот этих новых революционных событий, на волне того, что авангард в фаворе, едут и Антуан, и Наум в Москву. И там они себя чувствуют очень и очень вольготно. Антуан преподает в Хутемасе. Наум не преподает, но все равно как-то взаимодействует со всеми авангардистами того времени, как мы уже упомянули, это и Татлин, и Родченко, и Степанова, и Попова, и Малевич. То есть со всеми этими людьми активно взаимодействуют и Певзнер, и Габо. Известно, что даже они некоторое время жили в знаменитом доме Перцева рядом с храмом Христа Спасителя, недалеко от Пушкинского музея. Они активно выставляются. И в 20-м году они выставляются вместе с Клуцисом на открытой такой площадке на Тверском бульваре. И там они заявят впервые о своем реалистическом манифесте. Чуть позже мы об этом поговорим. До этого момента стоит упомянуть очень важное событие. Я о нем уже говорила на общей лекции по скульптуре того времени, что именно Певзнер и Габо придумывают первую кинетическую скульптуру, кинетическая конструкция, так они это назвали, которая называется «Стоящая волна». И придумывают они это просто для того, что вот я уже упомянула, модели геометрические, математические, которые были популярны в то время, для того, чтобы, опять же, учащимся как-то демонстрировать наглядно какие-то основные там математические принципы. И Габо с Певзнером, поскольку Певзнер преподает, они придумывают, что надо бы наглядно показать студентам Хутемаса, что такое кинетические ритмы. Они об этом будут упоминать в реалистическом манифесте. И вот что они делают. То есть вы видите слева просто такой металлический прут, который подключен к мотору определенному. И если включаешь этот мотор, начинает прут быстро раскачиваться, вибрировать. И вот за счет его движения возникает иллюзия трехмерной формы, которой в реальности не существует. Да? То есть это только визуальная такая иллюзия. И когда, соответственно, выключается мотор, опять перед вами будет обычный стержень металлический. То есть это, конечно, какая-то фантастическая абсолютно
идея, фантастическое изобретение, причем ни тот, ни другой, дальше не пойдут развитие вот этих кинетических идей, это все у них как-то отклик получит намного позже, уже после войны. А мы уже с вами тоже знаем, что к этой идее движущейся скульптуры придет Колдор тоже какими-то своими путями, кинетика будет важную роль играть в искусстве 20 века. Но вот по сути первооткрывателями становятся именно Певзнер и Габо. И во время своей вот этой выставки они публикуют кинетический манифест. Сейчас, секунду, я найду важные тексты, связанные с этим манифестом. Их необходимо зачитать. То, что касается скульптуры. Вообще там много довольно пунктов, но я вам зачитаю то, что скульптура именно касается. Мы отвергаем объем как изобразительную форму пространства. Нельзя мерить пространство объемами, как нельзя мерить жидкость аршинами. Посмотрите на наше реальное пространство. Что оно, если не одна сплошная глубина? Мы утверждаем глубину как единственную изобразительную форму пространства. Мы отвергаем в скульптуре массу как скульптурный элемент. Каждому инженеру уже давно известно, что статическая сила тел, их материальная сопротивляемость не зависит от их массы. Пример – рельса, контрафорс, балка. А вы, скульпторы всех оттенков и направлений, вы до сих пор придерживаетесь векового предрассудка, будто объем нельзя освободить от массы. Вот мы берем 4 плоскости, и из них строим тот же объем, что из 4 пудов массы. Имеется в виду вот те самые 2 куба, которые я вам показывала. Этим путем мы возвращаем скульптуре похищенную у ней вековым предрассудком линию как направление. Этим путем мы утверждаем в ней глубину как единственную форму пространства. Мы отвергаем тысячелетнее египетское заблуждение искусства, считающее статические ритмы единственными элементами изобразительного творчества. Мы утверждаем в изобразительном искусстве новый элемент. Кинетические ритмы как основные формы наших ощущений реального времени. Вот те самые кинетические ритмы, которые они в кинетической конструкции попытались передать. Вот здесь тоже такое любопытное словосочетание, да, тысячелетнее египетское заблуждение искусства. Интересно, что сам Габо за счет своего происхождения, он вообще считал, что его предки давно-давно еще как раз в египетском плену, скорее всего, создавали скульптуры фараонов и вот это вот отголосок тех скульптур и того, что предки давние когда-то были скульпторами, все это привело его к творчеству. Вот при этом, да, они отвергали египетские тысячелетние заблуждения о статике. То есть это такое было очень мощное заявление для того времени, и постепенно на выставках все это будет пропагандироваться. И, конечно, как и многие авангардисты русские того времени, Габо и Певзнер будут представлены в 1922 году на знаменитой выставке русского искусства в Берлине, после чего, собственно, Габо там в Берлине и останется, а Антуан потом уедет в Париж. И в это время, уже рубеж 20-х годов, тот момент, когда Габо как раз начинает тяготеть к неким архитектурным формам. Мы уже упоминали, да, что он когда-то заявил, что он будет архитектором, и он действительно долгое время будет работать на стыке скульптуры и архитектуры, создавая вот такого рода модели небольшие. Конечно, нет у него возможности все это как-то воплощать в жизнь. Он вообще очень многие свои произведения такого рода будет воспринимать как модели для неких огромных монументов будущих городов. Но пока все это вот только вот такие модели, тоже можем вспомнить и башню Татлина, да, то есть это какие-то общие идеи, и вот поскольку взгляды были довольно революционные у Габо, он считал, что действительно искусство может изменить человека, да, то есть вот это вот художественное оформление каких-то отдельных пространств общественных, все это может повлиять на развитие человека в будущем. И поскольку речь идет о будущем, то Габо начинает использовать очень активно самые новейшие материалы, прежде всего самые разные пластмассы, в том числе окрашенные. То есть он, вот, да, как тоже в реалистическом манифесте они говорили о том, что они цвет
тоже возвращают и работают с тоном, да. И, то есть мы утверждаем тон тела, то есть его светопоглощающую материальную среду, единственной его живописной реальностью они называют, оттенок некий. И в скульптуре это все тоже находит свое отражение. И для Габу очень важно, что те материалы, которые он использует, они прозрачные. Он говорит о том, что прозрачные материалы дают мне возможность, насколько это допустимо, дематериализовать содержание моего произведения. Под дематериализацией я подразумеваю сделать его как можно ближе к объекту духовному. И вот такие прозрачные материалы, опять же, дают ему возможность показать идею взаимопроникновения пространства. То есть вот с какой бы стороны вы ни посмотрели на эту своеобразную скульптуру, вы будете видеть ее буквально насквозь. Вот это очень важно, да? То есть скульптура становится проницаемой. Мы видели, как она становится проницаемой в творчестве Архипенко за счет вот этих сквозных отверстий, как у Колдера она становится проницаемой просто за счет использования проволоки, скажем так. Вот у Габу она становится проницаемой за счет использования прозрачных вот таких новых, новейших прямо материалов, с которыми он будет работать очень долго. И вот как раз фотография с той самой выставки в Берлине 22 года. И вот вы видите, что здесь представлен торс, тот, который мы видели на фотографии. А дальше вот там на заднем плане скульптура Архипенко, потому что Архипенко тоже участвовал в этой выставке. То есть все самые прогрессивные не только живописцы, но и скульпторы в этой выставке участие принимали, и Габо вот даже и в организации там активно участие принимал. И оставшись в Берлине, он, конечно, оказывается, опять же, в среде очень такой мощной, художественной. Мы, помните, тоже с вами говорили, что и Архипенко в это время в Берлине остается, но, видимо, как-то их пути особо не пересекаются. Про Архипенко Габу, вот я уже упоминала, говорили, что он его лично никогда не знал, что странно. И то есть там действительно такие прогрессивные идеи царят, и к Габо вот за счет этой выставки 22 года постепенно притягиваются взгляды критиков, искусствоведов, он участвует в самых разных выставках, он продолжает работать очень активно с пластическими материалами, доходит даже до того, что ему заказывают световое оформление Потсдамской площади в Берлине. То есть он должен был с помощью электричества сделать там какие-то вот такие эффекты интересные, да, это тоже довольно любопытно, потому что он не отказывается, а вот идет на это, чувствуя себя в силах. То есть он, опять же, имея вот такое техническое, хоть и незаконченное образование, он как-то понимает, что он со всеми вот этими самыми новыми идеями вполне себе справится. И по Германии он тоже довольно много ездит, он в том числе в Ганновере бывает вместе с Куртом Швитерсом, отчасти работает. То есть, да, вот это опять, в принципе, я, получается, уже как которую лекцию упоминаю одни и те же имена, да, что касается там Архипенко, Арпа, то есть это действительно все вот такая художественная, очень, очень разнообразная среда, но все равно среда такая единая, в которой все общаются, обмениваются идеями, смотрят, кто что делает, и все равно при этом каждый будет какую-то для себя нишу находить, абсолютно новую, не похожую практически ни на кого. Вот он в своей берлинской студии. То есть вы видите, что это, по сути, вот такой техник, который создает вот на неком таком специальном приборе, механизме какие-то свои произведения. И опять же известно, что он действительно будет сначала в голове все это придумывать, а потом пытаться все это воплотить в жизнь, при этом делая расчеты определенные математические или инженерные. Он потом будет очень гордиться тем, что в более позднее время, когда он будет большие проектировать и задумывать конструкции, то инженеры настоящие будут скептически к этому относиться, а потом, проверив все
его расчеты, все его идеи, будут понимать, что это действительно все может быть воплощено в жизнь, все будет очень и очень стойко. И в основном мы сейчас будем тоже много видеть названий произведений Габо, и в основном это всегда будут какие-то конструкции в пространстве. Вот эта идея конструкции, конструирования будет для него все равно очень важна. И помимо пластмасс, он будет использовать, конечно, и металл, и дерево, и стекло, как такой материал, который тоже дает возможность создавать прозрачные какие-то конструкции. То есть вот как бы тоже, я думаю, вы понимаете, что здесь он продолжает работать на стыке архитектуры и скульптуры. И вот мы уже упоминали о кинетических его идеях. И вот эта работа 25-го года – это модель вращающегося фонтана. И даже якобы это было воплощено в жизнь, где-то в Дрездене кто-то заказал этот фонтан и у себя в саду поставил, но, к сожалению, ничего от этого не сохранилось, сохранилась только вот такая любопытная модель. То есть вы видите, что скульптуры напоминают действительно какие-то механизмы. То есть вот эта идея механики, научно-технического прогресса, все здесь находит свое отражение, плюс еще и новейшие материалы, да, то есть это тоже такое свидетельство о том, что техника идет вперед. И в 27-м году и Габо, и Певзнер принимают участие в постановке одного из балетов Дягилева, который называется «Кошка». И их идеи работы вот с такими прозрачными материалами находят очень активный отклик, то есть они как театральные декораторы выступают. То есть в основе этого балета лежала одна из басен Эзопа, в которой говорилось о том, как у юноши была кошка, и так он ее любил, что он обратился с просьбой к богине Афродите, чтобы она ее превратила в женщину. Афродита превратила ее в женщину, а потом решила ее проверить и выпустила мышь. И женщина, забыв обо всем, побежала за мышью, а человек, поняв, что природа ее не изменилась, буквально умер с горя. Вот такая была поучительная история, решенная абсолютно в новых вот таких формах театрально-декоративного искусства. Вот перед вами танцоры в костюмах, созданных Наумом Габо. Вот такая стояла там конструкция на сцене. Вы видите там эти танцоры, которые тоже, причем Баланчиным, по-моему, поставлен этот балет. И на заднем фоне, обратите там такая, внимание, там такая фигура стоит, я вам ее потом чуть ближе покажу. Фигура была создана Певзнером. То есть в основном все сделал Габо, но поскольку должна была быть создана фигура Афродиты, а Габо сказал, что он все уже больше вот после голов и торсов он ничего общего не хочет иметь с антропоморфными формами, то есть он уходит от образа человека, он поэтому не будет никакую статую Афины делать, и ее создал, соответственно, Певзнер. Ну, вот еще одна фотография. То есть, конечно, тоже абсолютно фантастическое впечатление все это, я думаю, производило на зрителей того времени. Да? То есть, ну, вот оно искусство, которое действительно соответствует новому веку, новой эпохе. И вот она, работа Певзнера. Причем там тоже была такая сложная история, что после смерти Габо у него в мастерской жена обнаружила в сложном состоянии вот эту вот фигурку, и поэтому сначала думали, что это работа самого Габо. А потом как-то уже все это исследовав, стало понятно, что это работа все-таки Певзнера, потому что Габо действительно больше уже не взаимодействовал с антропоморфным каким-то началом, а Певзнер под влиянием Габо, начиная с 23-го года, приступает к созданию скульптур, чаще всего из целлулоида, из пластмасс, и создает как раз для того самого спектакля вот такую своеобразную модель фигуры древнегреческой богини Афродиты, звучащей абсолютно по-новому. А если возвращаться к работам Габо, то он, опять же,
да, сделаю акцент на том, что он работает на стыке архитектуры и скульптуры и создает вот такого рода конструкции, и все это у него будет иметь название «модель какого-то монумента». То есть он представляет себе, что вот эти его конструкции, они могут прекрасно вписаться в современную архитектуру, в архитектуру современных зданий. Понятно, что он, опять же, и находясь в России, взаимодействовал с русскими архитекторами-конструктивистами, он их прекрасно знал. И находясь в Германии, он будет в Баухаусе преподавать. То есть он, опять же, всех архитекторов-конструктивистов того времени знает. И он понимает, что его вот такого рода конструкции созвучны современной архитектуре. И он надеется, что когда-то это все будет воплощено в жизнь. То есть тоже абсолютно фантастические, да, вот такие конструктивистские конструкции. И опять же тоже упомяну, что на Западе вообще при упоминании конструктивизма, прежде всего русского конструктивизма, будут говорить о Габо и Певзнере, а потом уже о тех мастерах авангарда, что остались в России. Вот тоже очередная модель монумента для института физики и математики. То есть, опять же, Габо понимает, что вот эти его новые формы, они созвучны идеям новой науки, прогресса научного, и поэтому они будут прекрасно соответствовать антуражу каких-то физико-математических институтов. Или вот там два варианта модели монумента для аэропорта. Вот это 25-26 год, металл и сталь. И дальше я вам покажу работу 30-х, уже начало 30-х годов. К сожалению, очень многое вот осталось только в черно-белых фотографиях, потому что Габо будет много перемещаться по миру вследствие разных политических историй. И то есть не всегда у него будет возможность все с собой увозить, перевозить, что-то действительно там и в России останется, и в Германии, и так далее. И вот эта модель монумента для аэропорта уже 32-го года. И здесь интересно, что один из его знакомых, который работал каким-то там агентом в области полетов, то есть он как бы представлял одну из компаний, уже, по-моему, английских, он говорит о том, что хорошо бы для представительств этой компании для маленьких офисов или для билетных касс в аэропорту сделать вот какой-то проект, который будет представлять вот эту вот идею полета. И Габо планировал, то есть, что все это будет в нескольких масштабах существовать, но, по-моему, так это в жизнь и не было воплощено. Вот это еще один ракурс той же самой конструкции, да, то есть вот с определенных ракурсов возникает вот этот образ какого-то летательного аппарата. И в 20-е продолжает он работать не только как бы с конструкциями, скажем так, которые свободно стоят в пространстве, но и с разными формами рельефов, где он тоже будет экспериментировать и пытаться создать некую иллюзию глубины. Вот эта его работа «Красная пещера», то есть он цвет использует время от времени, от цвета он потом уйдет, но вот для 20-х годов цвет еще так довольно актуален. Понятно, что он находится в той художественной системе, где абстракция уже получает очень активное развитие, поэтому какие-то свои произведения он будет называть абстракциями, он потом будет участвовать тоже в этом объединении, в журнале «Абстракция творчества», как там многие другие мастера того времени, как там тот же Арп или Колдер, и создает вот такие фантастические, конечно, абсолютно, да, то есть если представлять себе, что это конец 20-х годов, то это выглядит абсолютно фантастически для того времени. Или вот такой рельеф, который можно экспонировать и в варианте горизонтальном, и в варианте вертикальном. И здесь он активно опять использует пластик, опять же цвет активно вводит, очень такие интересные игры
цвета и света возникает. То есть для него вообще свет тоже будет играть довольно большую роль, поэтому все вот эти вот пластмассы, потом плексиглаз, которые могут и улавливать свет, и отражать его, все это для него как материал будет действительно очень важно. Или вот такие возникают тоже фантастические конструкции, вот такие конструкции, опять же, да, бесконечно какие-то конструкции в пространстве, которые тоже представляют вот таких два фантастических конуса. Или вот такая конструкция в нише, да, тоже возникает иллюзия глубины в рельефе, и могут нам вспоминаться тоже какие-то работы Татлина, но об их взаимоотношении с Габо я уже упомянула. И вот это очень и очень, мало кто, наверное, вообще об этом знает, очень и очень такой интересный момент в творчестве Габо. Он, уже будучи в Германии, принимает участие в конкурсе на проект Дворца Советов в Москве в 1931 году. Не будучи архитектором, он проектирует вот такое здание, очень необычное, и он проектирует таким его образом, что вот вы видите справа в разрезе два таких эллипсоидных больших зала для заседаний. И он их проектирует таким образом, что там нету никаких опор. И в итоге он патентует эту безопорную систему, и он ей потом будет очень гордиться. То есть, опять же, не имея архитектурного образования, он смог сначала это все придумать в голове, а потом это все сконструировать, но там, скорее всего, конечно, чертежи уже кто-то другой для него исполнял, но, тем не менее, конечно, тоже такая феноменальная могла бы быть конструкция. Причем он это очень быстро, там буквально за 5 месяцев он это все спроектировал. Опять же, что для человека архитектурного образования не имеющего, ну, такой подвиг, скажем так. И вот тоже план этого зала, вот, который для него, видимо, кто-то уже из чертежников исполнил. То есть тоже такая абсолютно фантастическая, да, какая-то космическая конструкция. И в тот момент, когда постепенно становится понятно, что настроения в Германии меняются, он уезжает сначала в Париж, к Антуану. Некоторое время он там живет, но испытывает очень большие материальные сложности. Это тоже понятно, что Париж – это место, где там гений на гении, где происходит просто все, что только себе можно представить в художественном мире. И очень многие мастера оказываются, скажем так, на периферии, на отшибе внимания, то есть его практически не выставляют, как-то внимание к его работам никто не проявляет, продавать он ничего не может. И там даже были моменты, когда он несколько раз пытался жизнь самоубийством покончить. И он буквально там, по-моему, 2 года провел в Париже, и он практически не работает в это время, но он знакомится с Беном Николсоном, который муж Барбары Хепфорд, тоже известный скульпторши, известного скульптора английского, и Бен Николсон тоже англичанин, и Николсон его всячески агитирует поехать в Англию. И в итоге в 1935-1936 уже осел Наум Габо в Англии. А в Англии в это время еще, скажем так, авангард только набирает обороты, там нету такого огромного количества экспериментаторов. Кроме того, получается, что Габо – это мастер, связанный еще с русским конструктивистом, с конструктивизмом и русским авангардом, поэтому его там воспринимают просто на ура, он и публикуется, и выставляется, и создает массу самых-самых новых произведений, активно взаимодействует, дружит с Генри Муром, с Барбарой Хепфорд, с Гербертом Ридом он подружился, это тоже такой знаменитый английский критик, изучавший современное искусство, современное на тот момент. И то есть он там оказывается в очень такой плодотворной среде, и вот там у него постепенно меняются творческие идеи, то есть от вот этого синтеза геометрического
архитектуры и скульптуры, он постепенно будет уходить к криволинейным формам, что тоже неспроста будет в его творчестве. Это тоже будет обусловлено его интересами в области науки. То есть он все это время он будет продолжать читать различные книги по разным наукам, все это исследовать, изучать, и все это, конечно, тоже будет на него оказывать какое-то свое впечатление и воздействие. И он вот от этой эстетики техники 20-х годов, он переходит, скажем так, к органике. И вот эта работа, которая появляется, скорее всего, в 37-м году, там тоже не всегда понятно с датировками его произведений, потому что иногда он ставит дату того момента, когда ему пришла в голову идея. То есть не физического исполнения произведения, а возникновения идеи. И вот он где-то пишет, что вот эта идея 34-го вроде как года, поэтому иногда датировка 34-37. Вот эта конструкция в пространстве или кристалл. Что же тут необычного? То, что он здесь впервые начинает, создав из целлюлозы вот эту форму, он начинает попытку передать вот некое такое движение из центра вовне. То есть вы видите полосы, это вот такие насечки, это гравировка. Потом мы с вами посмотрим, как вот эти идеи линий у него перейдут в абсолютно другое воплощение, когда он начнет использовать свой знаменитый струнный метод. Пока это только вот такие насечки. И откуда это возникает во многом? Упоминала я уже о разных геометрических и математических моделях, которые демонстрировались в разных музеях, на разных выставках. И к вот этим моделям многие из художников проявляют интерес. В том числе одна из моделей была выставлена на выставке сюрреалистов в 1936 году. Вот это геометрическая модель. Сейчас я попробую воспроизвести. По-моему, это кубический эллипс. Модель кубического эллипса. И теперь мы понимаем, да, откуда у Габо возникают вот эти идеи подспудно. Да? То есть он вот с такого рода моделями был еще знаком в начале 20 века, когда он учился. И он не отрицал, в принципе, воздействие моделей и эстетики этих моделей на его творчество. То есть нету какого-то прямого такого подтверждения, что он вот прямо с этой модели сделал, да, некую какую-то, некий свой вариант, но понятно, что он делает это в 37-м году, воплощает в жизнь, а в 36-м он это, скорее всего, видит на выставке. Плюс это еще там где-то было опубликовано. Да? То есть вот эта вот идея линий в пространстве, она идет от геометрических моделей. И вот они пошли у него, это криволинейные сферические формы. Это, конечно, тоже очень такой тяжелый труд пластмассам вот с помощью нагревания придавать вот такие формы. И вы видите, насколько его конструкции разными могут быть в зависимости от ракурса. То есть это вот, опять же, даже для 30-х годов это абсолютно такие фантастические формы, которые действительно свидетельствуют о приближении какого-то космического будущего. Очень характерна тоже для него вот такая тема сферы, которая в то же время возникает, и опять же, скорее всего, под влиянием каких-то геометрических и математических моделей. То есть ему интересно, да, создать некую, даже не конструкцию, а некую форму, которая вот, да, вот словно перетекает ее поверхность с одной стороны на другую сторону, да, то есть это что-то очень и очень необычное, и опять же имеющее в основе своей обращение к, скажем так, к органическому миру. Мы тоже об этом с вами еще поговорим. И
на тот момент, то есть действительно я тоже уже это говорила, что существуют уже статьи о пересечении науки и искусства, о том, как биология там, влияет на искусство и так далее. И все это находит отражение в творчестве Габо. Вот еще варианты этой темы сферы. Уже вы видите здесь опять же вот эти вот насечки. И, конечно, новые материалы, они создают определенное впечатление, да, особенно если это материалы какие-то цветные. То есть это вот такие новые абсолютно конструкции 30-х годов. И вот откуда во многом могут возникать идеи вот этой темы сферы, вот этого как бы перетекания поверхности. Вы видите так называемые колбы Клейна, которые Габо, скорее всего, видел в каком-то музее, опять же, научно-естественном. То есть Клейн тоже использовал вот эти стеклянные колбы как математическую модель. Он их придумал и как демонстрировал в своих лекциях еще в начале 20 века. То есть вы видите, что в разрезе это, по сути, такая лента Мёбиуса. Да? То есть тут нет ни конца, ни начала. И вот в этой теме сферы тоже нету ни конца, ни начала в скульптуре Габо, да, то есть ее опять же можно, как вот мы про арпа говорили, что скульптуру можно по-разному абсолютно ставить, и каждый раз может возникнуть какой-то, да, такой выигрышный ракурс. И вот здесь та же самая история, тут нету верха и низа, да, тут, скорее всего, будет такая игра, опять же, со стороны зрителя или со стороны автора, как поставить эту скульптуру, как на нее смотреть. То есть вот, опять же, да, проявление научного интереса уже в области искусства в творчестве Габо. Вот эти колбы Клейна, скорее всего, оказали на него влияние. И он, опять же, изучает органический мир, изучает биологию. И известно, что в его мастерской были фотографии с литографии одной из книг, в которой рассказывалось про разные морские микроорганизмы, и эти микроорганизмы там показывались вот в таком максимальном приближении, чтобы можно было рассмотреть их структуру. Вот это так называемые радиолярии. И, по сути, вот эти структуры мы тоже с вами сейчас будем видеть в творчестве Габо. Да? То есть это как бы и наука в том, что касается математики и геометрии, и наука в том, что касается биологии какого-то природного мира, да, то есть все в его творчестве так очень и очень любопытно сплетается. Поскольку начинается Вторая мировая война, все это время остается Габо в Англии, и он вместе с той же Барбарой Хепфорд оказывается в местечке Сент-Айвс, где возникает такая колония буквально художников, то есть они все там живут в годы Второй мировой войны, как-то тоже взаимодействуют друг с другом. Габо туда переселяется со своей женой Мириам, и у него в это же время рождается единственная дочь его Нина, хотя он такой человек уже, да, тоже преклон, ну, не преклонных лет, но уже не молод. И поскольку есть, да, какое-то ограничение в материалах, в том, что касается скульптуры, опять же, известно, что он под влиянием Барбары Хепфорд, видимо, занимается и высеканием по камню, то есть он изучает технику ваяния и вот немного работает в этой технике. И впервые за несколько десятилетий он возвращается к живописи. И живопись его вся строится на как бы вариациях тональных, да, одного и того же цвета. И здесь мы тоже видим те же тенденции, что и в его скульптуре. Вот это такой воображаемый натюрморт тоже, о чем я уже упоминала, да, когда он говорил, что ничего сложного нет в том, чтобы рисовать что-то с натуры. А вот ты попробуй нарисуй что-то, что у тебя в голове возникло, да, свою собственную какую-то фантазию. Или вот такой стронций 45-го года. Или вот такие кинетические картины. Да, то есть есть параллели между его скульптурными произведениями и его живописью того времени. Тоже очень все это, конечно, эффектно выглядит. То есть вот этот английский период становится очень и очень для него плодотворным.
Вот еще конструкция в пространстве. То есть те же самые формы, но переведенные в область живописи. И он в живописи пытается, как и в скульптуре, передать идею некого движения в статичном объекте, да, некой такой конструкции. Ой, сейчас. Вот это тоже очень такой любопытный пример пробы себя в области автомобилестроения. Герберт Рид, критик знаменитый, который был дружен с Габо, предложил ему сделать проект автомобиля. И Габо создал вот такой эскиз. То есть визуально выглядит все, конечно, абсолютно прекрасно, очень-очень интересно. То есть действительно, опять же, такая машина будущего. Но, к сожалению, отказался производитель пускать это все в производство, потому что было ему непонятно, насколько это вообще все возможно воплотить в жизнь, насколько это соответствует требованиям автомобилестроения. Но, тем не менее, пример в творчестве Габо, по-моему, очень такой примечательный. И вот я уже упоминала тоже, что он под влиянием Барбары Хепфорд обращается к ваянию, возникает вот такой камень с ободком, да, то есть он начинает пластмассы и дерево совмещать с камнем, иногда с алебастром, иногда с мрамором, да, то есть начинается еще и вот такая своеобразная игра с разными материалами. И вот постепенно уже после, даже не после войны, еще в военные годы, он приходит к мысли о том, что вот поскольку мало материала, с которым можно работать, мало вот этих каких-то пластиковых элементов, он приходит к идее своего струнного метода, когда, ну вот в дальнейшем он будет использовать нейлоновые нити, когда берутся несколько пластиковых элементов, и на них начинают наматываться вот такие нити, которые пересекаются друг с другом, которые создают некие новые, тоже, опять же, иллюзорные практически формы, потому что эта скульптура оказывается проницаемой. То есть вот те линии, которые мы с вами видели в форме кристалла из целлулоида, да, когда они были еще только нанесены, были нарисованы, вот эти самые центробежные линии, да, вот эта линия, которую они с Певзнером еще в реалистическом манифесте возвращали к скульптуре, вот она теперь находит такое проявление в его творчестве. Да? То есть это его знаменитый струнный метод, который, опять же, позволяет конструкции как будто бы дышать. И помимо того, что вот эти пластиковые материалы отражают свет и улавливают его, нейлоновые нити тоже и улавливают, и отражают свет, поэтому возникают такие фантастические, опять же, конструкции. И вот этот его струнный метод, скорее всего, влияет на Барбару Хепфорд. Это работа Барбары Хепфорд. Но работы Генри Мура мы с вами видели. Генри Мур, интересно, что приходит к этому сам и приходит чуть раньше. Опять же, под воздействием математических моделей, которые он видит в научном музее в Лондоне. Габо их тоже, соответственно, видел там уже множество раз в самых разных музеях, и когда учился, да, и вот этот вот струнный метод, это тоже во многом продолжение вот этих математических моделей. Вот это одна из его самых известных работ, созданных струнным методом, так называемая линейная конструкция в пространстве номер 2. Вы видите, что ее можно подвешивать, что ее можно вот так положить, да, то есть и вертикально, и горизонтально ее экспонировать, и действительно можно бесконечно пытаться, да, проникнуть вот в эти пересечения иллюзорных, опять же, да, практически плоскостей, да, вот какого-то несуществующего объема. И после, вот еще и в годы войны, и после войны Габо уже очень известный мастер, и к нему обращается офис Эссе в Нью-Йорке, который хочет, чтобы оформил Габо как бы лобби здания, и Габо создает вот эту линейную конструкцию в пространстве, но почему-то в жизни это в реальность не было воплощено, то есть это не было оформлением здания, и в дальнейшем Габо создаст массу различных
вариаций этой композиции, то есть даже не вариации, это будет скорее повторение вот этой композиции, которая в самых разных и музеях находится, и в частных коллекциях тоже. Вот вы видите, как он работает, да, то есть он берет вот такую плексигласовую, по сути, раму и начинает, то есть это, опять же, очень и очень, мало того, что сложно, опять же, это надо в голове все иметь, да, то есть он из головы все это как-то интуитивно переносит в реальный мир, да, то есть это, конечно, очень и очень кропотливая работа по созданию вот этих визуальных иллюзий фантастических. Мало он довольно работает с цветом в этот момент, но вот это как раз такой пример, когда он вводит элементы красного цвета, прежде всего, да, вот эту плексиглазовую основу в пространство своих произведений. И вот здесь видите, что здесь нити натянуты, то есть это не нейлон. Опять же, он будет говорить о том, что вообще эти идеи у него были и раньше по поводу струнного метода и воплощения каких-то такого рода конструкций, но он понимал, что нет еще материалов, с помощью которых он это сможет сделать. Потому что обычные нити, они как-то грубоватые, а по фактуре они кажутся более грубыми, да, и там и пыль на них как-то больше видна. И вот здесь как раз такой пример. А когда он перейдет к нейлону, то, конечно, будет абсолютно другой эффект возникать от его произведений. И вот еще одна линейная конструкция в пространстве. То есть, по сути, вы видите, что здесь бесконечное количество, может быть, самых-самых разных вариантов в разных, опять же, материалах. Я имею в виду разные материалы по цвету. Или вот такая конструкция в пространстве, сочетание металла, нейлона, плексигласа. То есть это тоже воплощение каких-то новых таких фантастических представлений о форме. И, по сути, вот такие произведения уже вписываются в интерьеры современные. То есть покупают работы Габо, он такой мастер довольно, как я уже сказала, известный, и постепенно это все уходит, скажем так, в массы. И вот такие конструкции, где он совмещает довольно острые формы с вот этими пересечениями плавными линейного его, вот этого струнного метода. И мы дальше с вами увидим, что Антуан Певзнер во многом будет как бы с ним долго на одной волне, хотя они будут жить в разных странах. И поскольку Габо мастер уже прославленный, то к нему поступает вот такой общественный, скажем, да, вернее, заказ на оформление общественных пространств. В городе Роттердам существует большое такое коммерческое здание под названием Соты. Изначально была идея, что Габо создаст какую-то конструкцию, такую рельефную, которая будет это здание декорировать, но затем стало понятно, что лучше будет исполнить конструкцию, стоящую отдельно. И опять же, вот здесь он сначала все это придумывает в голове, а потом начинает все это рассчитывать, просчитывать. И вот как раз в этом случае, да, те, кто должен будет это все в жизнь воплотить, будут как-то скептически относиться вообще ко всем его расчетам. Инженерного образования это у него все-таки законченного нет, и он не строитель. Но потом выяснится, что он рассчитал все абсолютно гениально и абсолютно точно, да, что все это можно вот прям в таком виде уже воплощать в жизнь. Вот один его ассистент, Чарльз Вилсон, говорил в интервью, что Габо не был инженером в техническом смысле. Он постигал такие вещи интуитивно. Он думал лучше, чем чертил. Он мог визуализировать идеи в голове и тогда уже изготовить большое количество каких-то чертежей. И вот в данном случае, конечно, мы можем сказать, что Габо-инженер пришел на помощь Габо
художнику. Вот в приближенном таком варианте эта конструкция, то есть струнный метод его, да, из нейлона переходит уже и в область вот таких металлических струн, пересечений бронзы, да, разнообразных металлов, и вот такая немножко угрожающая, наверное, конструкция получилась, да, то есть вот есть какая-то агрессия, как мне кажется, вот в такой конструкции, ну, может быть, это такое послевоенное влияние. Но есть и вот такого рода произведения, обтекаемые, очень изящные. Вот эта тема сферы, которую мы с вами видели еще в 30-е, которая была воплощена в таком материале, как плексиглас или в какой-то пластмассе, в целлюлоиде, она находит свое воплощение уже в металле, в бронзе. И, конечно, абсолютно уже, да, рождается иной эффект, опять же, все равно нечто фантастическое, нечто космическое здесь прослеживается. Это уже 60-е годы, и возле Принстонского университета была установлена вот такая тема сферы. И нужно сказать, что в 46-м году Габо уезжает в Америку. И до конца своих дней он уже будет жить в Америке, будет читать там лекции, будет очень яркой фигурой, вот опять же, да, которые обращаются с различными заказами. И вы видите, что его произведение начинает украшать общественные пространства. Или вот такая тоже, да, вот эта тема сферы, ну, вот эти новые материалы, опять же, переход к металлу, к бронзе, дает новые возможности. И вот, на мой взгляд, даже это более изящно выглядит, чем работы из пластмассы плексиглаза 30-х годов. И он возвращается к теме кинетики в своем знаменитом вращающемся торсе, который установлен в Лондоне, и это, по сути, фонтан. То есть это действительно конструкция, которая вращается вокруг себя. Опять же, он все самостоятельно рассчитал. И посмотрите, что здесь происходит. Он здесь использует свой струнный метод, но не с помощью нейлоновых или металлических струн, а здесь тончайшие водные струи ту же функцию исполняет. Плюс это еще все и двигается, да, то есть это действительно практически такая дематериализация формы здесь происходит, то есть кинетика возвращается уже в его творчество. Вот если ближе посмотреть, да, как это выглядит, то есть вы видите эти пересечения, да, как мы их наблюдали в линейных каких-то его конструкциях со струнным методом, вот здесь те же самые пересечения с помощью водных струй возникают, и переходим мы постепенно к творчеству Антуана Певзнера. А о Габо стоит сказать, что он умер в таком довольно преклонном возрасте, только в 77-м году в Америке, действительно будучи очень яркой фигурой в мире скульптуры своего времени. И сейчас я вам хотела бы прочитать его цитату, которая отражает, по сути, его мировоззрение и его творческие идеи. Он вообще много теоретизировал, как я говорила, и много интервью давал, и много писал статей, то есть как бы задокументированы разные его идеи. Вот что он пишет о себе и своем творчестве. «Я только и жил тогда, только и знал, что живу, когда все мое сознание было занято фантазиями, не выдумками, а истинными переживаниями, увеличенными в моем сознании до таких пределов, что их невозможно уложить в какие-то рамки». Вернусь просто, чтобы вот цитату вам. Была картинка с работой Габо. «Что их невозможно уложить в какие-либо рамки, они становятся искусством. Люди смотрят на небо и видят облака, а я гляжу в голубую лазурь и вижу вереницы чужестранных кораблей. За ними невесомые дома в формах беспрестанно возникающих и пропадающих в бездонных прорвах, где чудо-города горят и светятся, и исчезают так же плавно, как возникли. Были и нет их. Остаются формы, формы и образы из чудесных поверхностей и линий в сияниях, и я вижу за ними невообразимого Творца, присутствую при том, как он, невидимый кудесник, строит и строит чудеса моей фантазии с быстротой
за которой мне не угнаться. То есть за всеми этими произведениями, которые, казалось бы, да, являются отражениями какого-то научно-технического прогресса, науки, движения вперед, за всем этим действительно скрывается фантазия и вера в Творца, который водит рукой художника и руководит его фантазиями. Помните, как в случае с Арпом, да, когда он тоже считал, что как будто какая-то наивысшая сила им руководит, когда он создает свои вот эти вот предметы, созданные по закону случайности. И переходим к творчеству Антуана Пефнера, который к скульптуре приходит намного позже под влиянием Наума. То есть он очень долгое время был художником, получил художественное образование. Вот перед вами работа «Блокнот» 17-19 года. Понятно, что он, конечно, работает в рамках искусства того времени, визуального, живописного. То есть это и какие-то кубистические изыскания, да, и вот, может, там какие-то элементы футуризма, потому что он вращается во всех этих кругах и выставляется. То есть он до 23 года был художником, а потом под влиянием Наума он приходит к скульптуре. И вот если Наум уходит от антропоморфных образов, уже там, создавая там последний торс уже в конце, скажем так, десятых годов, то Антуан, наоборот, приходит к этому и из целлулоида начинает создавать вот такие предметы, которые несут в себе антропоморфное начало. Да? То есть это вот такая голова, созданная из целлулоида. И, конечно, он тоже, скорее всего, под влиянием Наума приходит к использованию вот этих прозрачных новых материалов. И вот здесь вот тоже обратите внимание, что вот эти материалы позволяют видеть пересечение плоскостей как бы внутри скульптуры. То есть то, чего раньше не было абсолютно, да, в мире скульптуры, когда она была действительно вот этим монолитом единой массы. И вот здесь скульптура становится прозрачной, проницаемой не только в творчестве Габо, но и в творчестве Пефнера. Вот это очень такой любопытный портрет Марселя Дюшана, потому что Антуан тоже будет в Берлине некоторое время и будет с Дюшаном хорошо знаком. И он создает из целлулоида вот такой рельефный, очень забавный портрет. И он будет создавать такого типа еще разнообразные маски тоже из целлулоида, которые можно будет крепить на поверхности стены. А далее он опять же под влиянием Наума перейдет вот к такого рода конструкциям, которые тоже будут, вот как у Наума, конструкции в пространстве. Вот у него будут разные проекции в пространстве, но он больше будет использовать металл. И вот мы сейчас увидим, что у него все-таки рождается ощущение от его произведений такой небольшого такого агрессивного налета за счет острых чаще всего форм и за счет того, что он довольно часто использует черный цвет. Вот это 27-й год. То есть он параллельно с Наумом работает, в какой-то момент они даже постепенно начнут друг от друга отдаляться, даже будучи там в Париже в конце 20-х. Вот Наум потом уедет в Англию, а Антуан так и останется в Париже и умрет в Париже. Он, по-моему, в 66-м году он был, в 62-м он был старше, чем Наум, и умрет на 15 лет раньше. Вот такой так называемый якорный крест, то есть это тоже конструкция, которая крепится к стене. И вот здесь, помимо металла, он использует еще и стекло, которое тоже дает ему возможность сделать какие-то элементы прозрачными. То есть вот эти очень острые геометризованные формы, которые характерны именно для творчества Антуана, он тоже будет довольно известным мастером, и к нему будут уже после войны обращаться для реализации каких-то больших таких монументов, которые могли бы украшать общественное пространство. Вот еще одна конструкция пространства. Здесь он тоже стекло использует. И вот здесь скорее, да, вот ощущение какого-то механистического, такого роботизированного мира возникает, да, 20-30-е годы. Но вот по большому счету вот так работают только Габо и Пефнер. Пожалуй, остальные мастера так
того времени вот в таких формах и с такими материалами не работают. Да? Мы с вами видели Арпа, ну, извините, там и Джакометти, и Колдер, и Генри Мур, и Барбара Хепфорд, и Пикассо. Да? То есть все как-то по своим линиям двигаются, а вот так работают только Певзнер и Габо. Вот, пожалуйста, модель для аэропорта тоже. Да? То есть некий монумент, который мог бы украсить современный аэропорт. Да? Вот эта иллюзия движения в статике, какой-то статичной форме здесь тоже прекрасно передана. И вот эти круглые элементы, мы и в работах Габо это видели, вот эти круглые элементы, они, по сути, отсылают нас там, не знаю, наверное, к идее мотора какого-то в самолете или пропеллеры и так далее. Да, то есть вот тоже такие очень любопытные конструкции. И вот чем дальше, тем больше у него эта идея движения в статике будет преобладать. Опять же, он вслед за Наумом начнет использовать вот эти линии. И Наум потом перейдет к струнному методу, а Антуан будет продолжать вот эти линии на поверхности оставлять. Вот здесь они у него как бы прочерчены, прорисованы, и возникает ощущение, да, какой-то такой движущейся, но тоже довольно агрессивной черной массы. Ну, это тоже действительно может быть объяснимо. Рубеж 30-х-40-х, время непростое, и политический. Скоро грянет война, и все это, конечно, тоже находит свое отражение в творчестве мастеров. И вот такого рода рельефы, которые тоже создают некую иллюзию глубины. Но вот, на мой взгляд, это нечто действительно фантастическое. То есть действительно это сначала надо придумать в голове, а потом еще все эти формы воплотить в жизнь. И Габо сам это делает, и Певзнер сам это делает вручную. То есть за них это никто не делает. Да? То есть такая очень трудоемкая работа, ну, не легче, чем высекать, я так думаю, из мрамора или что-либо лепить. Да, вот они его такие очень мощные, агрессивные конструкции. И вот пример того, как вот эта идея линии воплощается именно у Певзнера. Это 40-е годы. И что он делает? То есть если Наум использует плексиглас или пластмассы прозрачные, то Антуан использует в качестве основы металлические детали, которые он, опять же, нагревает, чтобы они принимали некие формы, и потом с помощью газовой горелки он отдельно напаивает либо вот такие проволоки, либо небольшие, вернее, такие тонкие стержни, там, не знаю, из меди или из латуни. То есть вы представляете, насколько это трудоемкий процесс и сколько вот такое произведение можно создавать, да, вот эту нитку за ниткой металлическую, напаивая, придавая всему этому определенную форму. То есть это, конечно, тоже фантастические усилия. И вот они, бесконечные вот эти трансформации формы, движения. И интересно, что он в определенный момент, ну это, наверное, по-моему, единственный такой пример, когда он вращается очень своеобразно к струнному методу, потому что у него вот эти струны в данном случае это струны металлические, не как у Габо из нейлона или это какие-то нити. И вот это макет монумента под названием «Свобода духа». Дело в том, что вот как раз в начале 50-х в Англии прошел конкурс на создание монумента известному политзаключенному. Там очень многие принимали участие мастера, и в том числе Певзнер принимал участие и получил вторую премию. И вот это макет монумента, выполненный в виде, да, вот этого проницаемого, скажем так, проницаемой такой конструкции, и как будто он здесь использует струнный метод Габо, а вот посмотрите, как он потом переработает эту форму уже в своей собственной стилистике, да, вот с этим припаиванием отдельных направляющих. То есть если у Наума его струнный метод, да, то есть он позволял передать вот это центростремительные, такие центробежные силы, то у Антуана вот эта центробежная сила, она идет за счет как раз вот этих припаянных таких направляющих, тоже абсолютно фантастическая конструкция, да, и вот она, если издалека смотреть, то ты даже не видишь этих отдельных припаянных
проволок, то есть ты видишь вот некую такую черную массу, только при приближении ты можешь рассмотреть отдельные детали. Интересно, что он тоже обращается к кинетике в определенный момент. У нас была выставка коллекции Кантера несколько лет назад, и там была представлена вот эта работа «Феникс», которая имеет внутри мотор, можно включить, и начинает вот эта конструкция крутиться вокруг своей оси, тоже возникает вот это ощущение полета, крыльев птицы Феникс, и вот здесь тоже он использует вот этот как раз метод припаивания отдельных деталей. И вот пример того, как он создает монументальные формы, то есть мы сейчас видели с вами формы относительно небольшие, но к нему обращаются с заказами, и вот у университета в Каракасе вот такая динамическая проекция под углом в 30 градусов, то есть тоже такое наукообразное название, то есть вот что у Габо, что у Певнера бесконечно, это проекции, конструкции, все обязательно в пространстве, какая-то динамика, да, то есть вот эта вот идея нового движения, вообще вот за счет того, что они пытаются динамику передать, они пытаются еще и категорию времени в своих скульптурах передать вот таким своеобразным способом. Действительно, вот здесь есть, да, некое такое ощущение движения и ощущение полета. Или вот очередная конструкция в пространстве, третье и четвертое измерение. Вот это монумент, который в Женеве можно увидеть. Тоже он довольно большой, тоже мы здесь видим. Вспомните сейчас вот эту тему сферы у Габо, как у него перетекала плоскость, да, не имеющая ни начала, ни конца. И вот здесь то же самое, да, то есть это поверхности, как будто не имеющие ни начала, ни конца, перетекающие друг друга, и таким образом возникает некое ощущение динамики. Вот это тоже даже работа. И на этом мы заканчиваем свое знакомство с творчеством Габо и Певнера, которые действительно были фигурами очень и очень яркими в искусстве того времени. Сейчас, секунду, я сделаю посветлее, то меня, наверное, вам не видно. И я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Есть. Вопросы есть. Сейчас я их передам. А так, сейчас. А где хранится основная масса работ этих художников? Очень много работ в галерее Тейт хранится, в центре Помпиду они есть, в музее Гугенхайма они есть, что-то есть в Германии. Ну вот, поскольку Габо очень долго жил в Англии, после его смерти жена в галерее Тейт очень многие работы его передаст. То есть вот именно в галерее Тейт будет, вообще их много довольно, так они тоже рассеяны по разным музеям. А не он ли первый начал такое проектирование, которое сейчас довольно широко распространено в дизайне и игрушках? Что имеется в виду, интересно. Хотелось бы поподробнее понять. Я, к сожалению, сейчас не очень себе представляю, что вы имеете в виду, что сейчас, именно в дизайне. Давайте, если сейчас автор слышит, он нам уточнит. Что именно, да. Так. Так. А есть ли в России такие или подобные скульптуры? К сожалению, нет. Насколько я знаю, ну, у нас в музее точно нет. В Третьяковской галерее, по-моему, тоже нет. Вот, так что. Ну, и в России, по сути, они же были не так долго, да, то есть это буквально там 7 лет. Вот как раз этого авангардного периода, и работали они вот в таких как раз материалах и в таких формах, которые практически не сохранились. То есть Певнер-то вообще как художник работал, скажем так. И вот я уже тоже упоминала, как брат в итоге, то есть это что-то осталось там в Москве у брата Алексея, который потом это переправил на Уму в Америку, да, то есть все это как-то было сложено где-то. То есть в музеях, я так понимаю, этого ничего не было на тот момент. Ну, может быть, я ошибаюсь, к сожалению, я там могу не знать, что в Третьяковской галерее где-нибудь в Сокромах, например, лежит, но, по-моему, нету. Вот еще такой вопрос, я, честно говоря, ну, не знаю, может, он лично к вам, или просто ничуть не по адресу. Подскажите, пожалуйста, а выставка книжного художника Маффины уже закончилась? У нас вроде...
Мавриной, наверное. Ну, но у нас нету точно сейчас музея никакой книжной выставки, насколько я знаю. Спасибо. Так. А, уточнения не было. Тогда все. Наверное, это был последний вопрос. Спасибо большое за внимание. Наталья, спасибо за ваш цикл. Наверное, до новых встреч, может быть, в августе еще что-нибудь придумаем. До свидания. Спасибо, до свидания.